Князь. Редкий случай, когда больше не значит лучше. Кажется, сложно найти человека на отечественной рок-сцене, чьи дела шли бы лучше, чем у Андрея. И невероятно успешный сериал, первая часть документалки, панк-музей, прекрасные сборы на концертах. Представляю, какой жирный вечер памяти Горшка в этом году. Дисклеймер. Данное видео вышло крайне противоречивым. Признаюсь, братцы, вам. С одной стороны, я бесконечно уважаю Андрея Князева и искренне считаю, что без него не было бы Короля и Шута. Не было бы волшебного мира, которым ты и я живем по сей день. С другой, мне всегда хотелось, чтобы он не пел. В его голосе меня раздражало все: тембр, совершенно совково-деревенская манера пения, неумение строить никаких интервалов, кроме октавы. Когда пел Князь, Король и Шут вдруг резко переставал звучать фирмово. Именно поэтому Кукла Колдуна и Со скалы мои нелюбимые песни, потому что их поет Андрей, и весь Король и Шут из них будто испаряется. Поэтому, когда Князь ушел и в группу вернулся Реник, я получал эстетическое удовольствие. Как же прекрасно сочетались голоса Миши и Сани. С 11 по 23 год Андрей наклепал 7 альбомов. 7, Карл. Казалось бы, круто же, чувак невероятно плодовит, работает без продыху. Но спроси себя честно, хотя бы одна песня Князя могла бы войти в репертуар Киш? Когда Миша был жив, все слабое, посредственное или вторичное отбраковывалось или дорабатывалось, конечно, по мере возможностей. И как это ни прискорбно, Князь давным-давно исписался, выжил из себя все творческие соки. Сейчас же льется урина. Да, он по-прежнему верен своему стилю, своей вселенной, носит маллет и молодится изо всех сил. Но слушать это невозможно. Потому что нет естественного отбора, нет сильного коллектива, в котором могли бы сказать: «Андрюх, чё-то хуйня какая-то». Вот и берет Андрей Сергеевич количеством, но, увы, не качеством. А вам тоже показалось, что треки, звучащие в сериале «Король и Шут», были будто переписаны? Качество звучания и исполнения было куда выше, чем у оригиналов? Что ж, не показалось. Яков с интересом вспоминает то, что он играл тогда. Ему стараться, чтобы получилось не очень. А получается плохо? Я очень работаю над собой. Стараюсь. Работает, да, ему еще придется играть. Это крайне, блин, необычный опыт. Мы, конечно, всякое уже видали, но вот это уже по этому поводу уже и посмеялись, и погоревали. На самом деле, мы сейчас окунаемся в такое далекое прошлое, причем в разные его периоды. Там частично это концертные песни, частично это альбомные версии. Какие-то периоды там еще задолго до моего появления в группе. Там какие-то даже, по-моему, были концертные номера, где еще даже Якова не было. У нас концерты игрались эти без метронома, там темпы плавают чудовищно. Все было на психозе, на молодецком. Все, песни загонялись чудовищно к концу. То есть, ну это все было. И сейчас нужно на студию вот эту энергию, менее профессиональную по звукоизвлечению, но хорошо по звуку, все это нужно сыграть. Точно ли? Да. Смотри, я референс. На том концерте не играл. В первом куплете Яков выхиливает, во втором он сзади пипец. И мне, у меня башки взрываются в таком темпе, еще когда вторая гитара назад. Это музыка в стиле ярмарка, да? Да.